Я вижу масштабный социальный проект Белорусского детского фонда. Его цель – ранняя диагностика и профилактика офтальмологических заболеваний у детей. Задача средств массовой информации – донести до жителей самых отдаленных уголков региона главную идею. Ответственность за здоровье детей в первую очередь лежит на родителях, и врачи всегда готовы прийти на помощь. Организаторами было создано две бригады. И вот актуальность, наверное, в том, что врачи сами приедут туда, где дети живут и учатся. Не надо будет детей из сельской местности привозить в районные больницы или в областную. А вот еще раз повторюсь, суть в том, что врачи приедут на место. Благотворительный проект «Я вижу» в Брестской области стартовал 12 марта. В зоне особого внимания сельские школы 8 районов. Мобильная бригада офтальмологов детской областной больницы уже провела полную диагностику зрения 1113 сельских школьников Малорицкого района, выявив патологии зрения почти у половины ребят. По показателям даже первого осмотренного района видно, что очень много детей необследованных, которые ни разу не обращались. И даже сами дети, их родители не знают о том, что у них снижено зрение. То есть какие-то проблемы со зрением. Вот за период осмотренного района было выявлено 40% впервые детей с установленным диагнозом. Это свидетельствует о том, что проект все-таки нужен. Проект проходит при поддержке компании «Велком», которая взяла на себя финансирование. На реализацию будет затрачено 118 тысяч рублей, собранных в ходе благотворительной инициативы «Делать добро так просто». Оборудование и транспорт предоставил Белорусский детский фонд. Активно поддержал проект и Брестский облсполком. В сельских школах региона обучается 42,5 тысячи детей. Этим проектом предусмотрено охватить треть детей, более 13 или около 14 тысяч учащихся. Это весьма важно. Значит, важно то, что показывают вот первые уже результаты по Малорицкому району, что почти 62% детей обратились к специалисту, к узкому специалисту впервые. Значит, помощь нужна, и она своевременна. Сегодня мобильная бригада офтальмологов работает в школах Каменеччины. До конца учебного года окулисты детской областной больницы проведут диагностику учащихся сельских школ Кобринского района. После летних каникул мобильные бригады приедут в Жабинковский, Пружанский, Березовский, Ганцевичский и Ляховичский районы. Ирина Альшова, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.